Вызывая генные мутации физическим или химическим воздействием, ученые создают новые, несуществующие в природе генотипы. Гамма-поле – уникальный исследовательский комплекс. Получаемые здесь мутанты могут иметь и самостоятельное значение для сельского хозяйства, но чаще их используют как исходный материал для селекции. Экспериментальная полиплоидия – разновидность индуцированного мутагенеза. Здесь добиваются геномных мутаций, количественного увеличения или уменьшения числа хромосом в клетках на один, два или несколько гаплоидных наборов. Триплоидная сахарная свекла крупнее обычной, диплоидной. С каждого гектара получают больший урожай, а значит и больше сахара. Полиплоидия создает и принципиально новые формы. Пример тому – триплоидный бескосточковый гибрид айвы и яблок.